Друзья, доброе утро. Решила зайти, сегодня прекрасная погода, поэтому решила зайти сразу же вам сказать доброе утро. Прекрасного настроения, хорошего вам дня рабочего. Спасибо, что остаетесь со мной. Вчера, друзья, у нас погода была не очень хорошая, поэтому совсем не захотелось заходить. Я вам отправила просто красоту. Вот те лучшие моменты, которые сумела выбрать за весну этого года. А сегодня все-таки решила с вами поздороваться, сказать привет, хорошего дня. Погода опять хорошая, сегодня тепло, солнышко, на небе нет ни одного облачка. Тюльпаны еще цветут. Сейчас пойдем посмотрим. А ну, роза. Роза как? Роза, нормально, скоро будет такая погода. Вот, лилия поднимается, как наши тюльпанчики. За счет того, что не жарко, это весна не жаркая. И даже этот пион, 10 лет он у меня здесь сидит, здесь ему темно. И он в этом году тоже решил нас порадовать. Ну, решила показать вам, как наши трехдневные помидоры. Три дня в почве. Высадили. Первые два дня для них погода была прекрасная. Потом позавчера было солнышко в результате. Мы сетку не натянули, поэтому, видите, немножко солнышко потрепало их. Вот, побелели листики. Но ничего. Как говорится, как болезни укрепляют наш иммунитет, заставляют работать точно так же здесь. Чем длиннее рассаду мы посадим, хоть раньше мы плакали и думали, что вот этот положить не удалось, вот он встал, но там под землей где-то сантиметров 10 стебелька закопана. А те, которые пониже над землей, те уже быстрее приходят в себя. Этот вообще на открытое, здесь над ним ни сетки нет, ничего. Так, пришла дама тоже сказать привет. Наша бездомная наша. Уже наша бездомная. Красавица. Мы уже к ней даже привыкли. Ну и как наша редиска. Все, можно уже. Можно салаты. Ой, листик. Салаты уже можно. На салат уже можно. Угу. Укропчик есть, редиска есть. Салат можно делать. Ну и посмотрим. Так, друзья, посмотрим, что у нас. Клубника. Эх, помощник. А это помощница наша. Она не даст нам спокойно сделать видео. Клубника цветет. У людей, у кого в парниках, наверное, уже есть. Я видела. Херсон уже бросает нам контакты. С Херсона уже поехала клубничка. Земляничку. Дай покажу. Сейчас. Мурка мешает. Земляничка так красиво. Листья. Яблони отцветают.
отцветают и завязываются. Остатки роскоши. Я иногда говорю, что это остатки роскоши уже. Скоро пионы нас будут радовать. Запах будет здесь. Солнышко. А, вон оно же. Все, увидела. Увидела, что я за ней. Да? Все, пошли дальше. Тепло, хорошо, да? Мурлыка. Красота какая. Еще одна. Кушать кушает, к рукам не идет. И домик ей построили. Наблюдает только издалека. Сейчас убежит. Вот буквально расстояние вытянутой руки, а дальше уходит. Не будем тревожить. Покажу вам лучше красоту. Друзья, всем, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь, кликайте на колокольчик, пишите комментарии. Будем дружить. Калина. Те, которые остались зимы. Зимой обычно птички их съедают. Но эта зима была нормальная. Подкармливали их. Поэтому оставили. Хорошего вам дня, друзья. Подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик, пишите комментарии. Погода прекрасная. Спасибо, что остаетесь со мной. До новых встреч в эфире. Всего вам наилучшего.